Более 500 юных изобретателей приняли участие в Кулибинфесте. В День российской науки в Колпино прошел фестиваль технических идей. К празднику, который отмечают 8 февраля, приурочили целую тематическую неделю. В течение 7 дней дети и подростки усиленно конструировали роботов, изготавливали модели кораблей и автомобилей, приобщались к разным наукам. Я создал такой вот манипулятор. Он кому-то помогает переносить детали или сортировать, маленькие от больших, потому что если деталь будет очень маленькая, то она не поместится в лапу. Вся робототехника начинается с конструктора Лего. Модели из него в детском центре начинают собирать дети с 3 лет. Затем их усложняют, устанавливают контроллеры и датчики. И вот уже получаются простейшие роботы. Он может ездить по полу, и если он... У него есть такие специальные цифры, и с помощью этих цифр он сможет как-то говорить. А шестиклассник Миша Матвеев отошел от привычной схемы. Он соорудил будильник собственным голосом. Здесь можно записать любой трек или что-нибудь такое. Такие фестивали доказывают, что наука может быть действительно увлекательной, и в первую очередь они ориентированы, как ни странно, на преподавателей. Если учителя вдохновятся, уверены организаторы, они с легкостью передадут свой интерес детям.